Всем привет, ребята! Сегодня тема довольно интересная, я думаю, я первый раз с таким сталкиваюсь. Заранее хочу, чтобы вы поддержали этот канал лайком, может кто-то подпишется, кто не подписан, да, и рассказывайте друзьям, потому что это интересная тема все-таки, да, я повторяюсь. Суть какая? Я создавал два прыжковых аккаунта, получается. Один из них у меня забанили. Это, кстати, второй бан уже получается, да. Первый бан был на один день. После этого я заходил на аккаунт, собирал пещеры, деревни. Ну, в общем, там, в принципе, немного насобирал. Может, пещерок 20, там, и деревень, там, штук 5-10, да. Захожу на следующий день и уже получаю бан на 3 дня. Связано это якобы с использованием программы, скриптов для получения честной игры, да. Ну, каким это образом? То есть я своими ручками, образно говоря, там, собираю пещеры, да. И за это я получаю бан, то есть просто так, да. То есть какой смысл, я не понимаю. Плюс ко всему, у меня все-таки два прыжковых аккаунта. Один из них забанили, другой нет. То есть вот этот не забанили, которым я сейчас до сих пор пользуюсь, а этот забанили. И самое интересное, я проводил все одни и те же махинации, в том плане, что я просто собирал пещеры, улучшал, делал. Ну, в принципе, как на прыжке все это делается, да, кто знает. И это, в принципе, не запрещено, потому что до сих пор этим люди пользуются. Если бы они хотели это запретить, они бы давно это, в принципе, лавочку все прикрыли, да? То есть этим видео я хочу как-то достучаться до разработчиков, в том плане, чтобы они его увидели, может, им стыдно станет, что за просто так это все банится, да? Само собой, тоже прошу не просто так вас порекомендовать это друзьям, может, кто-то это с этим сталкивался, да, именно с такой проблемой, может, в комментариях поделится, образно говоря, да, вот. Может, мы поймем все-таки, за что и почему. И вторая суть, то, что это может как бы коснуться каждого игрока, даже не связанному с тем, что он на прыжке там где-то, может, основу забанит. И будете разбираться, вам в поддержку потом не ответят, а если ответят, это будет долгое разбирательство. С этим проблемы как бы у нас есть. Понятное дело, что в основном отвечают в первую очередь донатерам, да? То есть кто вливает деньги. Ну, понятное дело, потому что они поддерживают игру. Обычным игрокам как бы, то есть, ну, придется страдать, образно говоря, да? То есть, ну, на самом деле, у меня сейчас просто эмоции зашкаливают, что я за просто так получаю баны. Самое интересное, один забанили, другой нет. В чем смысл, я как бы, в принципе, не понимаю, да? Вот. Посмотрим, в принципе, что из этого выйдет. Поддержку я написал. Самое интересное, у меня скоро прыжок на новый сервер, а у меня аккаунт забанили. То есть мне нужно новый сделать. А если мне еще и новый забанят, это будет, конечно, очень весело. Вот. В принципе, я все сказал. Что еще дополнить? Все, наверное. Спасибо за просмотр, ребята. Ждите новостей, буду держать в курсе. Всем пока-пока.